Кирилл, с победой забираем 4 очка в матчах против «Алмаза». Как оценишь сегодняшнюю игру? Сегодня потяжелее была игра, конечно. Соперник настроился, чего-то добавил в чем-то. Вот. Но мы держались в своей игре, и поэтому выиграли. Как ты уже отметил, матч был более напряженный. Как считаешь, тяжелее было, когда соперник сравнял счет и стало 3-3, или отыграть 5 минут в меньшинстве? Ну, и то было тяжело. 5 минут, конечно, очень сильно ударили по нашей физической форме. Вот. Ну, как бы 3-3, главное было забить гол, и тогда бы, тогда уже легче пошло. Если бы пропустили бы, могли бы и проиграть. В этом сезоне мы забросили 25 шайб в ворота «Алмаза». Просто фантастически. Расскажи сегодня о своих голах. По краю Демидов шайба был, пас мне дал, я прошел по центру и бросил. Вот. А второй гол, получается, мне Зубов в средней зоне дал пас, и я снова пробежал и опять бросил просто в дальний угол. Вот. Сегодня 2 шайбы и результативная передача. Доволен своей игрой? Да, главное, что команда выиграла. Вот. Самое главное. Спасибо, желаем успехов в следующих матчах.